Самая первая процедура, созданная мною, это пульсовая диагностика, которую я начал каждый день проводить с 19 лет. И я определял заболевания человека, его способности, таланты, продолжительность жизни и его предназначение. Мы открыли целый пласт безоперационной медицины, начиная с филиппинского хилерства и проникновения в тело без ножа, продолжая старославянскими методиками работы с костной структурой, с позвоночником, с суставами и заканчивая моей собственной разработкой безоперационной пластикой лица. Согласно психофизическому устройству пришедшего ко мне человека, обладая системным подходом и точной диагностикой, я направляю пациента к тому мастеру, который может решить его проблемы на данном этапе его лечения и развития в системе долголетия и омоложения. Клиника оснащена новейшими частотно-волновыми терапевтическими и диагностическими комплексами, базирующимися на методах вибрационной медицины. В моей системе долголетия и омоложения есть методики, работающие со всеми системами человека, начиная с сердечно-сосудистой системы и заканчивая гормональной, эндокринной, нервной и психической системой. Я буду рад посетить в нашей клинике и постараюсь помочь вам пройти путь к болезни, здоровью и от старости, молодости.